На этом фоне в Киеве состоялось несколько очень интересных встреч. Сначала мэр Львова Андрей Садовый побывал у Авакова, а затем их обоих пригласил на чай президент. Детали этих переговоров пока неизвестны, но сам факт их проведения львовский градоначальник подтвердил в комментарии «Украинской правде». По его словам, беседа была тяжелой и долгой, а вот удалось ли на этих встречах найти хоть какое-то решение и по блокаде, и по мусору, узнаем, наверное, уже на следующей неделе.